никогда. Для начала игры нажми кнопку «Игра». Йоу-хоу, вперед! Привет, ребят! Пришло время для новых приключений в Нетландии. На этот раз мы отправимся в новый, еще неизведанный район моря Никогда. Мы нашли новое место на обороте карты Кадди. В этом приключении мы будем искать 5 сокровищ. Вы готовы исследовать неизведанный район моря Никогда? Вперед, ребята! Здесь нужно выбрать, какое место на карте ты... Убежище Джейка! Просто щелкни по месту на карте или коснись его пальцем. Добро пожаловать в режим исследования моря. Здесь ты можешь исследовать море Никогда вокруг Нетландии на корабле «Быстрый». Для управления «Быстрым» щелкни мышкой или коснись пальцем и удерживай то место, куда хочешь направить корабль. Исследуя новый. Молодец, моряк! Изумруд найден! Пиратский корабль «Крюка». Острова с зарытыми кладами. Коварные воды. Острова с зарытыми кладами. Игра. Нужно найти эти спрятанные предметы. Чтобы собрать сокровища, щелкай на них мышкой или нажимай пальцем. На данном уровне некоторые сокровища спрятаны за какими-то объектами. Похоже, крюк спрятал все наши сокровища. Быстрее, моряк, собирай спрятанные предметы. Что я тебе говорил, Смит? Они ведут нас прямо к сокровищу. Отлично. К сокровищу. Молодец, моряк! Изумруд найден! Убежище Джейка! Джейка предметами, которые найдешь в игре. Чтобы разместить объект, щелкни по нему или коснись его. Чтобы повернуть героя на месте, потяни стрелку поворота вверх и вниз. Чтобы изменить размер героя на месте, потяни стрелку размера вверх и вниз. Йоу-хоу, вперед! Мой деревянный меч! Мешочек Изи с пыльцой фей. Подзорная труба крюка.
Отличная находка! Молодец, моряк! Изумруд найден! Острова с зарытыми кладами. Какой кошмар! Похоже, крюк спрятал все наши сокровища! Быстрее, моряк, собирай спрятанные предметы! Скорей сюда! Ветка дерева! Йо-хоу! Молодец! Молодец, моряк! Изумруд! У тебя острый глаз! Пиратский корабль Крюка. Чтобы навести на цель пушку быстрого, води мышкой или пальцем вверх-вниз. Чтобы зарядить пушку быстрого, стреляющую илом, щелкни мышкой или нажми пальцем и удерживай. Внимательнее! Пропустишь 3 удара крюка, и тебе придется повторить попытку. Разрати меня, кровь! О нет! Крюк пытается забрать наши сокровища! Проработано ядро, самонаводящееся на крюка! Йо-хоу, вперед! Острова с зарытыми кладами. Какой кошмар! Пиратское сокровище! Похоже, спрятал все наши сокровища! Быстрее, моряк, собирай спрятанные предметы! Класс! Фантастика! Найдена золотая статуя обезьяны. Глобус! Пиратский корабль Игра. Крюка. О нет! Крюк пытается забрать наши сокровища! Йоу-хоу, молодец! Попадание в корабль Крюк – отработанное ядро, самонаводящееся на Крюка! Вы еще обо мне услышите! Острова с зарытыми кладами. Какой кошмар! Похоже, крюк спрятал все наши сокровища! Быстрее, моряк, собирай спрятанные предметы! Скорей сюда! Бочка! Пиратский корабль Игра. Крюка. О нет! Крюк пытается забрать наши сокровища! Веселитесь, молчат! Йоу-хоу, молодец! Попадание в корабль Крюк! Сработано ядро, самонаводящееся на крюка! Молодец! Найден золотой пиратский меч! Пиратский флаг!
Убежище Джейка. Острова со спрятанными сокровищами. Игра. Чёрный ножом и тащи от Джейка, чтобы провести его через лабиринт. Внимательнее. Если погаснет фонарь со светлячками, ты потеряешься в лабиринте. Ты молодец! Лабиринт пройден, и все сокровища найдены. Давай пройдем лабиринт и найдем сокровища! Отличная находка! Йо-хоу! Молодец! Хорошо, так держать! Хорошо получается! Найдены. Йоу-хоу, вперед! Осьминог. Затонувшее сокровище. Игра. Чтобы управлять подводным исследовательским аппаратом Джейка, щелкай мышкой из стороны в сторону или двигай пальцем. Избегай всех подводных препятствий, или тебе придется повторить попытку. Молодец, моряк! Ты отличный мореплаватель! Давай соберем сокровища в моем подводном аппарате! Так, моряк, давай спустимся на дно и соберем столько сокровищ, сколько сможем! Отлично, моряк! Хорошо получается! Хорошо получается! Отлично, моряк! Все правильно, моряк! Помощь! Все правильно, моряк! Молодец! Дно достигнуто! Теперь всплывай, но берегись обломков кораблекрушений! Молодец, моряк! Ты отличный мореплаватель! Отлично! Привет! Молодец, моряк! Изумруд найден! Отличная находка! Острова со спрятанными сокровищами. Давай пройдем лабиринт и найдем сокровища. Йо-хоу, молодец! Хорошо, так держать. Хорошо получается. Молодец! Лабиринт пройден, и все сокровища найдены.
Йоу-хоу, вперед! Кости! О, нет, у тебя недостаточно изумрудов, чтобы исследовать эту зону. Можешь исследовать море никогда, чтобы найти больше изумрудов. О, нет, у тебя недостаточно изумрудов, чтобы исследовать эту зону. О, нет, у тебя недостаточно изумрудов, чтобы исследовать эту зону. Молодец, моряк, изумруд найден. Коварные Тигра. Воды. Управляй быстро, двигай мышкой или пальцем из стороны в сторону. Избегай опасных морских препятствий, или тебе придется повторить попытку. Убежище Джейка. Украшай пиратское убежище Джейка. Привет, предметами, глобус. Которые найдешь в игре. Подзорный... Чтобы подсвечник. Разместить объект, щелкни по нему или коснись его. Чтобы повернуть героя на месте, потяни стрелку поворота вверх и вниз. Чтобы изменить размер Привет. Героя на месте, потяни стрелку размера вверх и вниз. Пиратский флаг. Ветка дерева.
Привет! 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 Привет!